Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я вам расскажу о таком виде бабочек из семейства нимфоид, как репейница. Репейница великолепная. Летуны. Летайте скоростью 10, иногда 20 километров в час. По сравнению, человек летает, движется скоростью 6 километров в час. Глаза красивые. Цвет крыльев светло-кирпично-красный. Размах крыльев 65 максимально, а минимально 45 миллиметров. Видите, какие красивые крылья? У этих бабочек толстые яйца. Яйца — это что без крыльев было бы. Усики красивые, черного цвета и похожи на антенны. Но антенны — это усики, тоже усики. Эти бабочки видеть стекло. Но они остерегаются его. И думают, что это просто простор. У них есть самый опасный враг. Это соловьи и воробьи, бывают и богомол. Богомол обыкновенный. Она находится в семействе нимфоиды. В потрате. Чувствуете, что-то крыло под классе. Крылатых насекомых, классе насекомых по типе трахеинодышащих, типе членистоногих, по царству эуметазоиды, в царстве животных, домене эукариоты и в отделе доменов организмы. Еще таких бабочек легко поймать, если они на золотисто-желтом цвете. Я имею в виду